Всем привет, ребят. Ну что, поехали. Надеюсь, вам понравился роллинг. Поехали качать героя, смотреть на него, что он из себя представляет. Насколько он балансный, имбалансный, не знаю. Поехали, посмотрим. Я еще его сам не смотрел. У нас битва гильдий. Пишите в комментах, если хотите увидеть видосик с БГшки с ним. Он в зеленой фракции, то есть очень интересно. Сейчас я попытаюсь найти базу какую-то попроще, чтобы его не слили. Вот, вот и все, протестировали мы нового героя. Так, шучу. Давайте. Давайте пойдем на подземке. Вот отсюда начнем. Там какую-то обычную подземку. Просто посмотреть хотя бы на него, что он себя представляет. Так, смотрим. Ух ты! Ого, нифига себе, посмотрите, какая зона атаки. Офигеть. Офигеть, посмотрите на зону. Излучает и получается урона не получает вообще. Просто жесть. Офигенный герой. Мне уже он нравится. Уже просто нравится. Я не знаю, какой там он будет, что у него еще есть в запасе, но посмотрите на этот урон. Второго уровня, ребят, второго уровня героя, без всяких там эволюций, без всего. Слили его, окей. Блин, просто бешеный. Я думаю, будем его качать, и думаю, он в основе будет однозначно. Посмотрите на это. Единственное, надо сейчас посмотреть, или он автопрокер. Если он автопрокер, что он будет из себя представлять? Просто жесть. Ну что, как вам? Как вам такое? Я, честно говоря, сам в шоке. Герой бездонатный, причем жизни немерено. Единственное, что ему надо включиться. Сейчас он включится, я надеюсь. Посмотрите, какая зона атаки, офигеть. И ему пофиг все. Когда он работает, у него скилл, ему все пофиг. Ну не знаю, блин, круто. Однозначно крутой герой. Давайте немножко его... Давайте тут поменяем. Может, что-то новое выпадет. О, смотрите, ремочка как раз отлично. Вот как раз ремка, мы сейчас ее затестим, автопрокер он или нет. С вас, ребята, лайки. Все делаю для вас. Так, окей. Окей. Думаю, на битве гильдии, блин, он будет просто бешеным. Так, смотрим. Нет, не автопрокер. Не автопрокер. Вот, кстати, смотрите, когда он излучает, вот это вот включается. Он, я что-то не могу понять, он бьет, не бьет. Сейчас посмотрим. Надо словить момент. Да, видите, стоит на месте, то есть никуда не движется. Ударил и стоит на месте. Я думаю, он в роли танка будет просто бомбезным. Так, как у него с набором энергии? Посмотрите, Фрея, остальные. Посмотрите на этот урон. Получается, с таким количеством... При нормальном дамаге он будет, блин, просто разносить пачки. Пишите в комментах, как вы думаете, как его назовут и какой талантик. В общем, пишите, что вы думаете по поводу обновы. Блин, ну круто. Очень круто. Не знаю, мне нравится. Мне нравится то, что он... Вот смотрите, он включился. Он себя отхиливает? А, это смотритель отхилил. Круто. Однозначно ремочка, чтобы сразу включался и вперед. Да уж... Ну-ка, давайте на экспедиции затестим. Я пока его не качаю, сейчас хочу
Так, посмотреть изначально, а потом его уже прокачаю, покажу вам на прокачке. Возможно, вечером запустим стримчик. Крепите лайки, если хотите увидеть стримчик. Блин, это жесть. Посмотрите. Крутой урон. Попробуем сразу. Не, не успел он. Смотритель все-таки быстрее бьет. А что у нас по параметрам жизни, как видите, у него. Ну, он будет такой же, где-то приблизительно жирненький, как и Хрон. У меня нету просто мелких никаких героев. А больше будет жирненьким однозначно. Можно, кстати, ремочный вариант. Можем сейчас даже так вот качнуть немножко ему силу. Вот такой вот вариант. Поставим ему Рудольфа. Что у него по статам получается? Ну, неплохо, неплохо. Я думаю, он будет реально для бездоната просто одним из топовых героев. Судя по тому, что я уже вижу, что он делает. Ну, не знаю. Мне уже он нравится. Получается, он не получает урона, он даже не движется. Ребят, это при том, что у него сейчас первый скилл. Вот видите, слили его. Не успевает он. Ну, у нас есть смотритель. Так, что тут у нас такого интересного? Попробуем включиться. Вот он включился. Вот смотрите, какой уже урон. Блин, да он на битву гильдии, на добивание просто вообще будет суперски. Главное, чтобы добежал с такой зональной атакой. Блин, ну это круто. Если бы он еще был автопрокером, я не знаю, что там за новые таланты будут. Но если там будет какой-то хоть немножко автопрок. Я не понял, что у него еще. А, мне показалось, отражалка, это смотритель ударил так. Блин, мне нравится. Не знаю, конечно, что по таланту ему ставить. Я пока в раздумьях, потому что очень, скажем, такой интересный. Вот он включился, посмотрите. Он все время тупо наносит урон. Сколько там секунд? 5 секунд. Где-то так. Он не получает урона и, блин, зонально так фигачит. Мне он больше нравится даже чумовник. Честно скажу, по своему этому, что у него по скиллу на первом уровне. Каждых 0,5 секунд, скорее всего, на протяжении 5 секунд. Или каждых 0,2. 80%. Сейчас, секунду, я гляну. Так, холодный ледяной щит. Свободен от атаки встречного урона. То есть он отражалки, получается, не боится, что ли? Не двигаются и не могут какие-то либо навыки использовать, которые дают другие юниты. Возможно, на него тыковка не действует. Это интересно тоже посмотреть. Давайте посмотрим. Поставим сюда тыковку. Идем на подземку. Но посмотрите, какой у него уже урон. Немножко мы его подкачали. Сейчас хочу получить разгон от тыквы. Пусть он включится. Да, видите, он стоит на месте. То есть он не бьет, получается, только урон идет. То есть есть свои нюансы с тыквой, будут нюансы, потому что получается он включится, будет стоять на месте, тыква разгонит, они все побегут, а он все равно будет стоять на месте. В таком случае ремка ему не особо нужна будет, нужно будет, чтобы он попозже включился где-то в центре локации,
Давайте сейчас ради интереса поставим сюда. Блин, суперская обнова, честно скажу, мне очень нравится. Такой вариант или даже не такой, поставим железную волю. Есть у меня железка? Есть. Чтобы не станили потом. Так, поставим сюда для него слона. И поехали. Блин, он, конечно, ремочный, но сразу же включится. Ну, посмотрим, или будет стакаться усиление. Идем магию возьмем. В общем, не знаю, мне нравится. Очень достойная, интересная обнова. Правда, вопросы по прокачке героев. Нафига было это добавлять? И три новых таланта. Но таланты, скорее всего, будут сделаны под смотрителей. Для быстрого прохождения, соответственно, рунами это будет реально опять топчик. Так, давайте так. Раз, два, три, четыре. Вот он включился. Да, тыковка нарастает. Посмотрите, урон у него нарастает. Офигенный урон, кстати. Неплохо будет. Но, как видите, если ремочные варианты, он будет стоять в начале, от него толку на подземках не будет. А вот в PvP-локациях, думаю, он все-таки будет тащить. Все, пишите комменты, ждите дальнейшего обзора. Уже сделаем эволюцию и агментацию. Всем удачи, всем пока.